Я никогда не брал интервью музыкантов, а вот сейчас возьму интервью музыкантов, чтобы вот так вот показывать. Это Макс. Привет хейтерам. Всем голосым. Всем правильно играющим. Так. Всем виртуозам. Всея Беларусь. Всем привет. Я вас очень люблю. Вот так. Приходите на советскую и показывайте, какие вы все классные. А мы споем, да? А мы споем. Это Макс, минчанин. Дальше надо, не вылазишь в кадр. Слишком большой ты. Все, интервью сделали. А это Ваня, он брестчанин. Знаменитость нашей советской. А это вот Сашка ко мне обернулась попой. Я к ней всей душой, она, смотрите, ко мне как. А какое интервью? Вот, вот так вот, вот. Видите, как делается. Вот, а это Ваня. Вань, ты будешь играть сейчас что-нибудь? Или уже играют? А, ты пока балуешься, да? Понятно. Я камера боится. Камера, говорит, боится. Это Руслан, новый участник. Новый участник или старый? Это коалиция. Коалиция, банды, да? Приехала поиграть в Брест. Так. Ну, разрекламировали, сказали. Минчук. Руслан, здесь круто, есть. Вот так молодежь. Вот. Ну да, реально здесь прикольно. У нас в Минске вот так вот не поиграешь очень просто. А чего так? Ну потому что у нас милиция. А, у нас полиция, она родная. У вас Европа такая маленькая. Ну, Европа, да. От этого здесь. Приятно слышать, Руслан. Спасибо за интервью.